Черная пятница – одно из важнейших событий в мире шопинга, которого ждут миллионы покупателей. Это сказочное время, когда сбываются все заветные «хочу». Сегодня мы решили узнать, насколько активны в Черную пятницу измаильчане и каким товарам они отдают предпочтение. В какой сфере? В компьютерной, скажем так, комплектующие для брата, плюс там телевизор. Больше продукты питания. К Новому году будем готовиться. Ну и детей приоденем. Уже сделали. Черная пятница месяца. Однако многие измаильчане не планируют покупок в Черную пятницу и не верят в силу безграничных скидок. Черная пятница – это лохотрон, поэтому я когда планирую, я иду покупаю. Как бы Черная пятница меня не стимулирует. Черная пятница – планируете какие-то покупки? Нет. Нет. Не планирую, планирую быть на работе, а потом на тренировке и домой. Также многие жители нашего города не доверяют интернет-магазинам. Пока дождешь интернета, можно офигеть. Не все можно, ну как не все можно. Некоторые вещи можно, хочется руками почувствовать. А вот совершить незапланированную покупку при наличии большой скидки готовы практически все жители Измаила. Скидка в каком размере заставила бы вас сделать незапланированную покупку? Ну, если это хорошая вещь, брендовая, то 50% было бы неплохо. Не меньше 30-50%. Ну, если честная скидка процентов 30, тогда без проблем. Ну, 50, не знаю, процентов. Ну, хотя бы половину. Или хотя бы 25%, тоже нормально. Опираясь на опрос, который социологи Украины провели в 2020-м, только 35% опрошенных планируют что-то купить в Черную пятницу. Больше всего ожидается трат на электронику – более 48%. Это компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. 44% планируют покупку одежды и обуви. Бытовой техники – 29%. А вот траты на косметику и бытовую химию наметили себе 22% опрошенных украинцев. Главным критерием при покупке в этот день остается цена. Для 81% процента это решающий фактор. 66% опрошенных смотрят на размер скидки. Еще 23 выберут тот магазин, где предлагают подарок к покупке. Также подтвердился и феномен спонтанности шопинга в период Черной пятницы. 71% покупок в этот день совершается незапланированно. Ксения Переверзева, Дмитрий Карачебан, Бессарабский медиахолдинг.